Сегодняшним решением признать так называемые ДНР и ЛНР Владимир Путин и его преступная банда перешли последнюю черту. Весь мир ждал, решится он на это или нет. И он решился. Я внимательно сегодня смотрел показанное по российскому телевидению заседание Совета Безопасности России. И когда я видел, что Путин просил от каждого высказать свою точку зрения, свое мнение, я вспоминал, как Михаил Горбачев рассказывал мне, как впервые увидел протоколы заседаний Политбюро ЦК КПСС при Сталине, когда в 1937-1939 году миллионы людей истребили за инакомыслие в Советском Союзе. Сталин списки наиболее известных людей выносил на Политбюро и каждого просил расписаться. И каждый член Политбюро ставил свою подпись, еще и сопровождал такими-то словами: «Смерть бешеным собакам», «Расстрелять как собаку» и так далее. Таким образом, Сталин повязывал всех кровью. Точно так же и Путин, как в преступной банде, решил повязать всех этим решением. Это не я, это народ, это вот Совет Безопасности, это все люди, которые составляют элиту России. Я сегодня посмотрел на эту элиту. Безликие, послушные, безропотные существа, с трясущимися губами и руками. Один только Нарышкин чего стоит. Когда я увидел трясущиеся губы и руки Нарышкина, я вспомнил трясущиеся руки Геннадия Янаева, председателя ГКЧП, который в 1991 году в августе возглавил это преступное сообщество, которое захотело забрать власть и повернуть историю вспять. Чем это закончилось, мы хорошо знаем. Я абсолютно уверен, что точно так же эти преступные замыслы закончатся и сейчас. Путин пошел против всего цивилизованного мира. Путин бросил цивилизованному миру перчатку. Путин получит эту перчатку назад. Я хочу обратиться к простым ребятам из Донецкой и Луганской областей, которых сейчас отлавливают для того, чтобы забрать военкоматы и бросить как мясо против регулярных частей украинской армии. Прячьтесь, не идите на эту авантюру. Путин хочет, чтобы первыми погибали вы, а потом уже российские граждане, которые придут на нашу землю из России. Прячьтесь, уходите, пытайтесь всеми путями увильнуть от призыва на службу, где вас будут стрелять те, кто будут защищать свою землю. Я хочу вам сказать, Путин и его товарищи по сегодняшнему заседанию Совета Безопасности Украины умирать на украинскую землю не придут. Они бросят в бой вас, как мясо. И еще, эти дедушки, которые вспоминают ностальгический Советский Союз, хотят восстановить его только потому, что до 91 года у них хер стоял, а сейчас они об этом уже забыли. Сегодня у них стоит на войну, на кровь, на завоевание Украины. Я хочу сказать всем, кто меня сейчас слышит, мы никогда не сдадимся. Мы будем защищать свою землю. Нас не испугает ни Путин, ни те, кто подписывает его преступные приказы, и не те, кто придут их выполнять. Украина будет стоять до последнего. А весь мир, я прошу, помогите нам. Нам сейчас эта помощь необходима.